Можете мне привести речь мирского человека, а потом речь того, кто от Бога. Хранители сейчас стояли сзади нас. Мы. Так. И все. Дальше вот там разрыв шаблонов, потому что в их голове это, конечно, никак не укладывается. То для них это... Это для некоторых христиан. Ну, то есть это, вы понимаете, да? То есть это... Да вот тут уже это... Нельзя, сказала дочь. Так. Ну, так, сумасшедший дом немного, ну ладно. Свечки всегда будут ставить. До победного. Расскажи. У вас такие счастливые лица, я думаю, реально, может, секта уже. Даже Лена улыбается, это уже совсем трэш. Что я не ожидал этого. Сейчас, друзья, мы one second. В принципе, это непростое будет время, конечно. Если, ну, может, наши внуки доживут, а может, там праправнуки. Может, дай боже, никто не доживет. Это будет, конечно, там уж совсем, там, может быть, через 500 лет. Хотелось бы, конечно. Но надо быть бдительными. Хотя, конечно, только идиот хочет этого. Потому что нам, конечно, может быть сейчас интересно, ну, представляете, стать очевидцами славного пришествия Христа. Знаешь, так, yes! Мы же говорили! Ват. Вы реально такие уроды стали. Ну, я шучу, конечно. Рубануться всем, по всему миру. Это вот это, мысль о вечном блаженстве. Да ладно. Насмотрелись всякие «Мстители», «Гарри Поттер», и хочешь смотреть, как это будет? Как это будет? Да увидел, и потом дальше пошел там где-нибудь там на дядю пахать. Там желуди есть там. Их уже из Иерусалима не выкуришь. То, что говорят вам делать, делайте, но то, как они делают. Поклониться придется Антихристу. Он там в чатике спрашивает, нам покажите картинки. Грешники. Мытарство блаженного Феодора откройте и посмотрите. Что Бог реально в нас. Вот, ну, вот я причащался, кто сегодня причащался нас? У нас почти все причащались тут. Говорит, я еще и твое мясо съем сейчас. Бог в нас, во всей своей полноте. Перед Богом, потому что, ну, в туалетик сходил-то пару раз там. А может, не поел накануне, ну, чтобы не позориться, как человек, это нереально. Ну, в общем, идиот был, конечно. Вы знаете, адский ад, как говорят, на сегодня вот так вот все рукой. Для дебилов, в общем. Что было видно, да. Я встречался с учителями, рассказывал им, как нужно преподавать, как нужно любить, как нужно быть нравственным. Ну, знаете, вот жесть, да? Это я вчера Жене сказал, если я прошу прощения, то ты прощать не должна на коленях. Как можно себя извратить? Возьми мои дела вместо любви, а потом добавляешь, а вера без дел. И так это... Не надо мне этого. Да хуже будет. Мне понравилось. Слава Богу, это не сумасшедший дом, потому что сумасшедший дом — это когда сказала одна женщина: батюшка, вы мне приснились, и во сне на все мои вопросы ответили. Вот это уже реально трэш. Да, люди подходят и говорят: батюшка, мне вот брать квартиру в ипотеку или не брать? А, ну смотря кому. Если мне, то бери, конечно. У нас это за Comedy Club. Ну, в реальности, наверное, просто ты дурачок. Вопросы еще, друзья мои. Но если уж совсем добить эту тему, то, как говорили у нас молодые ребята в школе, все идут лесом. В итоге. И это трэш уже. Это трэш, потому что это хула на Бога.